Десятки машин стартовали от центра армянской национальной культуры, проехали по всему городу и прибыли в Гайкадзор. В новой церкви села прошли траурные мероприятия. Погибших в год геноцида канонизировали, причислив к лику святых. Самые страшные события 20 века – это геноцид армян. И сегодня об этом заявляют многие. Сегодня 20 стран признало это. И у турков была цель – уничтожить народ как нацию. Срока давности у данного преступления нет. Акция закончилась массовым запуском шаров. 100 шаров улетают в небо. По одному за каждый год горькой памяти о погибших душах.